Многие женщины, особенно с возрастом, начинают набирать вес. Стратегия таких женщин очень проста. Если я набираю вес, значит, мне нужно обратиться к фитнес-тренеру, начать, соответственно, пить какие-нибудь волшебные таблетки а-ля Turbo Slim, или, соответственно, пойти к массажисту, чтобы он выжил весь лишний жирок из меня. Убедившись, что массажист не помогает, некоторые прибегают к помощи экстрасекса или экстрасенса. Дорогие женщины, я предлагаю вам не страдать ерундой, сдавать те анализы, о которых я рассказываю на своем канале. А также я напомню вам, что возрастной дефицит гормона роста может приводить не только к ухудшению качества кожи, появлению целлюлита, ухудшению качества кожи на лице-морщин, появление мимических, а также дефицит гормона роста может привести и к избыточному весу. Так что вам нужно не только сдать анализы на СТГ и инсулиноподобный фактор роста, ну это такая маленькая часть, которая относится к гормону роста, но и подписаться на мой канал, чтобы узнать, как это все дело лечить.